Купич. Уже хорошо, блядь. Здравствуйте. Купич, всему голова. А ты не точно. Блядь, вектор нахуй. Нашел оружие? Да. Что за оружие? Скорели вектор. А эти сюда уже пробежали. Где именно? На 70 у меня под деревом, на метке. Не вижу второго. Он бежит. Вот шакалы, блядь. Ревертик. И энергетик снизу возьми. Второй где? Двоих скинь. Так, бежит. За яйца. Так он мне его нахуй не нужен. Ну мало ли, блядь. А где второй-то? Второй, блядь, на 85 где-то по прямой, грубо говоря. А, вижу, вижу. 4х бери, если надо. Бля, все двери закрыли, блядь. Так надо. Так положено. Все с дебилы кончены, блядь. Ты? Да. Шутник, блядь. Блядь, что-то я кривую эмку не взял, тут она, блядь, не возьмёт. Нихуй, пятёрок нету. На вектор на дальняк, нахуй. Так, двери все закрыты. На четвёрках у нас сиска. Не знаю, типа я только с нами видел людей. Ну я видел еще вот на этот компаунд примерно падали. То есть на метке. Черная бомба надо на ПП? Да, можно на ПП. В толчке там валяется, ускоренная, по-моему. И обычная. Носик, наверное, надо, блядь. 3х надо? Нет. Калаш лежит. Хотя, наверное, возьму-ка я калаш, не дай мне. Так, топ-то. Ну, на пятерках даже, пусть она без, ну, без патронов будет, у меня патроны есть, но, блядь. Голограф, если надо. С точкой поиграю.
скар есть. Надо? Скар. Скар. Как это, коряк? Скар, скарель. А, скарель, не, не надо. Пятерки только слежи, потому что у меня их вообще нет. Да, ну да. Они мне не влезают. Мне 6 аптек еще, блядь. Сейчас приду, да. Ну, короче, я скинул здесь наверху. Заебись. Все, ты только пятерки скидал. Пятерки, бинты там, блядь. Типа, бинты всё. Есть у меня. Еще ебаный первый рюкзак, мне уже не лезет нихуя. Шоколад, блядь. АСР будет? Плиз, плиз. Найдешь второй рюкзак, скажи. Окей. Okay. Черного бомба надо? Не. Yeah. Сука, там дым валяется, подобрать его не могу. А, где дым? Ну, я сейчас, может быть, беру пятерок на выпуске. Я просто смог нету. Тебя вообще ни одной нету. Ты 8x проебал? Может быть, да, реально. Проебал. Вон, держи. Зато у меня 4 гранаты, блядь. 3. Блять, нахуя ты, блядь? Пиздец, вот эта тварь ебаная, не видит нормально. Бля, сейчас бы в дверь вгиба... Ой, в дверь его вгибаться, блядь. Затишье. Я никого не вижу. Ничего, блядь. Чё нахуй? Затихли, уроды. Вон второй рюкзак здесь есть, это башня нога. Сам прикол в том, что они даже не пикают ни в одно окно, блин. Все, хватит.
Может, съебали уже, блядь, оттуда. Да, блядь, они могли съебаться. Может, там война где во дворе была, блядь. Полутали, да съебали на 160. Так, по идее, зона здесь. Блядь, что, серьезно, нахуй? Ни слуху, ни духу, блядь. Труп валяется вон там. Блядь, ну показалось, кто-то едет, это мне жесткий загудел, блядь. Чё? Да мне жесткий, ну типа HDD стоит, и он периодически то работает, то нет. Кто работает, он начинает, блядь, на прикол, кто едет, и мне жесткий, блядь, загудел. А у тебя не на SSD? Не, почему на SSD, так у меня HDD тоже есть. А, вон на втором этаже ебало вижу. Какой дом? Который левый. Я себе, блядь. Нормально мне. Ё, мне ебало попал. Я ему тоже въебал руку. Красиво. Ебай, нормально. Он хотел гранату кинуть, блядь. Сам себе закинул, блядь. Блин, больно пиздец. Он там же? Нет, он уже выбежал оттуда. На 100 комнат. Я ему тоже, там, две или одну пулю сдвинул точно, блядь. Одну въебало, потом вторую. Нихуево, кстати, реально убил. Сам охуел. Все, он один там был. Пошли полутаемся с его. Ебало надо. Я его вообще в 3х сожрал, нахуй. Заебись. Так, тут четверка есть. Ну, четверка не надо. Компенсатор на АР. Компенсатор взял. Так, что тут еще надо мелко? Чёрки нужны? Нет. Чёрки тоже берем не надо. Вот, с КС-то заебись. Возьму с КС-ку тогда. Ебать у них, блядь, этих какого? Сука. Компенсаторов, блядь, надо. Пацаны старались, набирали, блядь. Три трупа, где-то еще же один должен быть. Можешь садануть. Можешь это садануть. Даже не до лута. Блять, стать ебало, да и забыл взять, ебан в рот. Есть не целый бал? Ты с копсом наебало. Да, есть вот здесь целое второе. Только, блядь, мне оно тоже надо плюс. На первое. Сори. Да я возьму такие. Блять, микрофон. А, еще и на крыльце лежит. Да, там и аптека выделяется. А, ну все тогда получается. Так, пойду, блядь, второй этот возьму. Пиздец, ни у кого не было. Все первые, блядь, бейте. Какого? Сумки, блядь. На втором? Да. Блять, как я не въебался сейчас никуда, вот это вопрос, блядь. А, нет, он въебался.
Дроп на 5 падает, не так далеко, по идее. Ну уже, блядь, я не вижу смысла брать. Он там, по-моему, еще в открытое место спадает, блядь. Да. Ну, что-то там в район реки падает. Там уже обустроились пацаны. Ждут. Возможно. Людей. Ну как же без красной зоны? Сука, аж дым видно, блядь, на рынке, нахуй. Так близко и так далеко. Люди на 195 выпрыгнул с красного дома большого. Бегут, вижу 185. Дал пули ему одну. Дерево мешает. 195. Никого, блядь, не вижу. А, вижу, бегает там. Подбору бегает. Не, ну рани... Не, не вижу, да, да. Я так балуюсь. Блять, опасно нахуй. Опасно, что просто пиздец. Люди на 350 далеко. В район дропа бегут. Пусть, пусть. Ба, там сквад целый нахуй на энке бежат, там, блядь, поднимают друг друга. Ну, там трупы, блядь, или что там, блядь? А, это мотоцикл, блядь. Почипизил, братан, блядь. Короче, на энке прямо там, далеко. Летает, братан. Дача стоит. Где люди? На 30 уже поближе немного, человек два или два эти стоят. Блять, сидят вообще бы ебальник себе прописать нахуй. Нам бы зону бы надо потихоньку. Да-да-да, поем. Хоть убежали. Что там от зоны никто не бежит? Зайди. Там есть, сзади с тобой. Кемпа. Кемпа? Откуда? Блять, с кемпа. А, ну я понял.
30 на 250. Можешь откинуть немного? Вот шок типа. А то тех намусолил пиздец вообще. Они там минус брони, мне кажется, вся, блядь. А сейчас народу ебануться сколько пойдет тут. 120, наверное, вот оттуда. Это да. А, за забором. У нас? Да. Так, я покажу. Он лег, видимо. Сейчас со спины. Болт. Блять, еще дроп вовремя нахуй. Просто синюю землю. Почему тех не оформлять, я не знаю. О, на 300 где-то. Ну да, где-то там. Я, блядь, ему либо ноги все отстрелил. Ой, блядь. Не-не-не, это не. Я кнокл, ты второго не добивал? Нет, я его не добил. Он сейчас кнокл, что валяется? Хуй знает, скорее всего, да. Отойди. Не знаю, может поднял его вот туда, блядь. Блядь, еще дымы раскидывают. Хорош. Я кого-то добил. Ну мне не пришел хил. Его, значит, подняли. Одного может убили кого-то. У меня люди. Где именно? Внизу, здесь. На блядь, здесь тоже люди. Только не выебывайся. Пусть они сами пока воюют. Блять, чуть не упал. Там чувак под забором, видимо, который был за колонками, он отошел, наверное. Бля, да где там дымы-то раскидывают, что ёб твою мать. А, через бога. Человек не 220. Это здоровый, наверное. Мотик зачуханный весь, блядь. У нас без транспорта, короче. У нас проблема. Да мы чё, там люди? Да-да-да, там человек один был. Я не знаю, где он конкретно сейчас. Я по нему с СКС-ки, наверное, 1-2 раза дал. Он, блядь, испарился. Либо за деревом где-то, или хуй знает, может выше вообще отошел, блядь. Короче, нам на зону. Нам пиздец уже. Блять, больно, больно, больно. А, бежит на 280 человек. Понял. Поверху. Ага, вижу. Дальше пробегаю, когда-нибудь не знаю, кто.
Ну, типа у меня выбора нету, не надо, в любом случае колется. Да-да-да. Рядом со мной. А, там снизу с ЛГ где-то с 30 или, блядь, это 5 или где-то там, блядь. Угу. Они там свои терки. Ну да. Ну сюда нет смысла выходить, у них что там зона, блядь. Сверху. Не понял, откуда именно. За камнем. Да, разок только. А, да. Еще слева. А, убил. М-ка. Двое. Не вижу. А, вижу. Они последние. Хорош. Нокнул. Красава, красава. Я зону пытаюсь закрыть их. Если подожму к тому дереву, то будет заебись. Блять, я не понял, не забыл. Я перебегаю в зону. Давай, давай. Она поднимает, скорее всего. Уже поднял. Более-менее насыщенные. 6, 162.